Hi everyone, nice to see you again. I hope you're working hard these days. And now I enjoy your better English pronunciation. Надеюсь, вы много тренируетесь в эти дни и теперь получаете больше удовольствия от своего хорошего английского произношения. Если нет, то я хочу вам напомнить, что тренировать английские звуки следует каждый день с утра до вечера. Мои ролики можете слушать один раз в день, кто хочет чаще, но в остальное время, пока вы добираетесь до работы или учебы, возвращаетесь домой, готовите ужин, просто валяетесь на диване, все время произносите английские звуки. Говорите английские слова, русские слова, читайте стихи, например, «У лукоморья дуб зеленый». Пойте песни, ну, предположим, подмосковные вечера, но все только английскими звуками. Вы даже можете общаться с друзьями с английским акцентом. А что, будет весело? And now we go on. А теперь мы продолжаем. Сегодня мы поговорим о некоторых фонетических проблемах, которые могут возникнуть in fluent speech, в быстрой речи. И прежде всего это относится к звукам «th» и «th». Почему? Потому что они межзубные, а большинство звуков английских произносятся на альвеолах. Подсказка очень простая. Когда вы произносите эти звуки, язычок находится здесь, и сразу после произнесения вам в ту же секунду нужно вернуть язык на альвеолы. И никаких проблем. So, after me. This. This is. This is my family. That. That's. That's my friend. These. These are. These are his parents. Those. Those are. Those are their children. Next, звук 30. He's 30. He's 30. 13. She's 13. She's 13. Thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. Next. Т. Этот звук мы знаем альвеолярный, но когда он произносится в безударных слогах в середине предложения, он редуцируется, то есть ослабляется, и его почти не слышно. So, after me. Я не знаю. I don't know. I don't know. Мне это не нравится. I don't like it. I don't like it. Пожалуйста, не делай этого. Please, don't do it. Please, don't do it. Она не играет в теннис. She doesn't play tennis. She doesn't play tennis. Next. Н и М. Эти звуки часто путают, и поэтому носители языка не могут понять, что вы имеете в виду. So, after me. Thin. 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 Тонкий.
прилагательное. Thing – вещь, предмет. А теперь вместе попробуем. Thin thing. А теперь предложение. It's a thin thing. Это тонкая вещь. Next. Thin thing. Sin – грех. Sing – петь. For example. It's not a sin to sing. Не грех и попеть. It's not a sin to sing. Next. Sun – sung. Sun – солнце. Sung – пропетый. Или спетый. For example. We've just sung about the sun. Мы только что спели про солнышко. We've just sung about the sun. Потренируйтесь, если сразу не получается. Next. Win. Win. Win – побеждать. Wing – крыло. Ну, скажем, какая-нибудь команда крылья. Wings. Крылья победили. The wings win. The wings win. Next. Wa. Иногда «о» встречается сразу в двух или трех словах подряд. Не ленитесь округлять губки. White wine. I like white wine. Wise woman. She's a wise woman. World war. The Second World War. Wonderful world. What a wonderful world. Next. В. В. Это совершенно разные звуки, но их тоже очень часто путают. Подсказка такая. Буква V всегда звучит по-русски В. А вот буква W всегда читается «ва». Вот и все. So, after me. Very well. You speak English very well. Ну, я думаю, все поняли эту фразу. Next. Very wise. Oh, it's very wise. Wonderful voice. She has a wonderful voice. А теперь поговорка. Мы никогда не ценим воду, пока не пересохнет колодец. We never know the value of water till the well is dry. Давайте произнесем ее сначала фразами короткими. We never know the value of water till the well is dry. А теперь целиком. We never know the value of water till the well is dry. Сразу, конечно, не получится. Потренируйтесь. Next. Сочетание т-л и д-л. В быстрой речи их произнести невозможно, потому что они оба альвеолярные. Тл, дл, видите, как очень тяжело. Бедный язык напрягается до невозможности. Поэтому англичане произносят тл. Вы растягиваете губки, у вас во рту как будто происходит взрыв, поэтому это явление называется lateral plosion, латеральный взрыв. А воздух проходит сбоку. Тл. After me. Little. Cuttle. Bottle.
settle, title. Now, do, middle, riddle, cradle, fiddle, needle. Next. Сочетание т, н и д, н. Они тоже произносятся, как бы сливаясь. Тн. Звук проходит через нос, и у вас внутри происходит тоже взрыв. Но теперь не во рту, а в носу. Тн. So after me. Button. Mutton. Cotton. Mitten. Kitten. Dn. Ridden. Sudden. Hidden. Garden. Modern. That's all for now. Вот и все на сегодня. Конечно, это не все сложности в быстрой речи, но для начала вполне достаточно. Итак, если вам понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Bye-bye, see you next time. Good luck and take care.